Казахстанские борцы самые сильные. Отечественная сборная победила на международном турнире «Евразия БРС», одолев соперников из России, Польши, Таджикистана, Турции, Ирана и Китая. А в финале наши полуаны сошлись со спортсменами из Монголии. Дарья Визовая продолжит. Турнир по казах-куресе стал первым грандиозным шагом национального спорта на мировую арену. И, похоже, этот вид борьбы вскоре станет новым казахстанским брендом. «Евразия БРС» собрал лучших борцов сразу из нескольких стран. Пожалуй, это еще один пример того, что казах-куресе завоевывает теперь уже всемирную популярность. Я думаю, что на самом деле нам удалось сделать нашу борьбу не только брендом таким внутриказахстанским, да, а уже такой международный бренд. Поэтому я думаю, что вот наш евразийский барс – это предтеча к мировому барсу. Алем БРС, мы хотим такие соревнования проводить. Я думаю, что у нас тоже это получится. Сборные команды сражались в 5 весовых категориях. На ринг вышли лучшие борцы. Первую победу в копилку сборной принес Абзал Арыстанбеков в весовой категории до 60 килограммов. Наш борец одержал верх над своим иранским конкурентом Сабханберды Сафари. Вслед за Абзалом своих конкурентов победили другие наши спортсмены. Пожалуй, самыми зрелищными оказались финальные сражения, где наши спортсмены встретились с борцами из Монголии. Последние выбились в финал, победив китайцев, турок и россиян. В напряженной борьбе казахстанцы уступили соперникам лишь однажды. А во время встречи на ковре с великаном Сугаржаргалом Болтпуевым Бейбит Истыбаев едва не проиграл всемирно известному супертяжелоатлету. Болельщики буквально замерли в ожидании, ведь борец из Монголии на 40 килограммов тяжелее казахстанского полуана. Исход решающей схватки оказался неожиданным. Истыбаев повалил Болтпуева. В итоге в общекомандном зачете со счетом 4-1 наши борцы стали чемпионами. Со своим соперником из Монголии я уже встречался раньше. Тогда я тоже его победил, но вес у него был меньше. Сейчас он весит больше 190 килограммов, но я рад, что смог одолеть его. Очень помогла поддержка зала. Кричали «Вперед, Казахстан! Вперед, Бейбет!» В тройке лидеров Россия. Честь страны отстаивали 4 спортсмена. Но победители турнира, команда Казахстана, получили не только звание лучших, но и денежный приз – 50 тысяч долларов. Дарья Визовая, Тимур Сейлхан, Бахыджан Бапаев, Тарас.